Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Metroid Prime. Итак, у нас 11-я часть. 50% игры уже пройдено. Ну что ж, поехали. Хотя, если честно, я думал, что уже больше, потому что, блин, ну сколько же можно ее проходить? Игра действительно очень большая. Поэтому я стримы делаю максимально большее количество времени. Это по 1.5 часа. Это нескончаемый вообще Метроид. Ну что же. Так, надо посмотреть, где мы находимся, потому что я немножко уже подзабыл. Куда идти, я вообще не помню, если честно. Сейчас давайте глянем пока. Во всех местах мы были с вами. Так. Дела вообще, честно вам скажу. О, блин, далеко. А, кстати, далеко, недалеко. Как мне достать-то его? Подождите. Нет, ни хрена, надо ее чем-то растопить. Значит, не все можно достать таким способом. Ну что ж, давайте тогда проследуем куда-нибудь. Так, это у нас опять здесь сейф. Так, если мы пойдем сюда, это куда мы выйдем? Здесь какой-то очень странный вообще, как бы этот. Очки, смотрите, там сверху еще есть. А зачем? Надо же так облажаться в самый низ. Так, где есть выход? А, он может туда потом. Я думаю, быстро сейчас залезем куда-нибудь наверх. Вот они верстали. Так.
это что такое было? Слышь? А где этот перехват или как там? Так, подождите, мне куда на твою тулюзю? Ты что делаешь-то? Пока мы не очень умеем этим пользоваться, честно, сложновато так. Опа! И что такие тормоза вообще пипец? Что творится-то? Блин, там явно что-то есть сверху. Надо, короче, этот... я объясню, я сейчас пока гуляю. Почему? Потому что нужна подсказка, куда идти дальше. Если честно, я просто не втыкаю. Конечно, мы сейчас посмотрим еще другие места, но все равно. Еще раз попробуем. А почему не перехватывает? Так, слушайте, что-то здесь не то. Я так понимаю, либо с этой, либо с той. Сложно. Ой-ой. Три раза всего раскачался и все. Так, давайте попробуем на ту забраться. Так, самое главное не упасть никуда. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Powerbomb. Секрет просто обычный. Так, ну что, выходим тогда. Давайте здесь выйдем. Так, куда мы идем? Вроде бы туда. Странное ощущение, что я туда же пришел, нет?
Они... Есть тварь. Ой-ой. Заново к управлению приходится привыкать. Так, это у нас куда ведет? Явно вот туда, куда нам надо. Магмор Кевинс. Так, а нам надо, значит, подняться повыше. Стоп. Мощная пушка. Обалдеть, с первого раза. Где? Кто стреляет? Да, разница огромна. Они просто сгорают, обалдеть. Всякий случай просто посмотреть. А, не работает, обалдеть.
Где он есть? Тут ведь она ты крыша то же самое, да, то же самое место. Стоп. Нельзя, наверное, взять. Ахаха. Да, жалко. Ну ладно. Подождите, куда я иду? Может, я не туда вышел? Стоп. Нет, туда. Все нормально. Здесь твари. Так, здесь выход. Сейчас просто посмотрим, что у нас здесь еще есть. Судя по всему, вообще ничего. Ладно.
секрет здесь? Надо посмотреть, где он. Вот он. Это ракета. Реально помогает визор. Кто еще остался? А, вон здесь. Блин, слушайте, я вообще ничего не вижу. Ну тоже, в принципе, ничего нету. Так, давайте сейф сделаем. Так, итак, сейф. А, сейчас мы возьмем здесь пару секретиков. И потом пойдем... Так, куда мы там пойдем? В Талон. Подождите, не в Талон. Давайте посмотрим сейчас. Так. Снизили. Магмур. Чозо. Нет. Талон. Вот. Фазон Майнс. Так, а Фазон Майнс мы попадем через Талон Оверворлд. Ну все, ну вроде все ясно. Вот здесь мы не были, поэтому мы сюда и пойдем. Да, слушайте, вообще тормоза такие прям немыслимые. Кстати, вот здесь же у нас есть секреты, давайте возьмем.
послушать надо где. Во-во-во. Стоп. Такое ощущение, как будто здесь. Так, нам надо наверх попасть. Ракета. Так, теперь давайте смотреть, куда мы идем дальше. Да, сюда. Все правильно. Теперь здесь. Здесь у нас тоже есть. Испарилась. Так, насколько помню, здесь два секрета было, один вот здесь вот. Только как его достать, непонятно. На башню надо залезть. Да, вы знаете, к сожалению, я даже не знаю, что там делать-то. Как туда попасть? Стоп. Последнее проверим. Очки. Что?
Что это? Опа, тоже ракетка. Так, нам надо сейчас в Town Overworld вернуться. Мадмур Кевинс. Куда идти? Так, вот сюда. Так, это у нас по прямой получается, через низ. Поехали. Да, брали, слушайте, он просто восстановился. Блин, достал. Что, насколько мощное это оружие, что он даже этих с первого раза мочит. Однако ж быстро. Разберемся повыше. Опа. Это то место, куда мы не могли с вами пройти. Смотрите, этих колючек тоже можно убивать. Слушайте, адское оружие вообще просто нереально. Что тут у нас?
Чего? А, смотрите вон. Опачки, красная дверь. Так, а как мне туда-то попасть? Наверное, здесь опять. Так, миссил еще одну взял. Да, рентген штука нужна. Без нее, конечно, вообще как без рук. Так, я-то думал, здесь какой-то проход. Так, а вот теперь дилемма. Давайте посмотрим, как нам попасть. Так, это что за руинс? Что за руинс? Что за руинс? Фазон майнс. Ебать колотить. Да ну нахрен, блин, далеко-то как, а? Так, здесь где-то тоже, кстати, есть переход, где у нас этот артефакты были собраны. По-моему, здесь. Опа, смотрите, там не были. Туда пойдем, давайте. Походу дело это там. А как туда попасть? Вот-вот, наконец-то нам. Слушайте, 40 минут прошло, прежде чем этот. Ну точно, ну блин, ну я так и знал. Фак, ну дойдем, что делать. Так. Импакт кратер. Ну, мы здесь были, когда играли на GameCube, а здесь я вот.
Что там так долго? Диск подгружается. У нас по-прежнему один артефакт. А, это есть факт. Три. Точнее, четыре. Так, Б. Ну, вы еще скажите сейчас, кто сюда прилетит. Так, ладно, в общем, банально, здесь больше ничего нету. Ой-ой. Все равно мне ее удалось пройти. Тварь. Ой, блин. Так, давайте теперь посмотрим, куда идти. Блин, как далеко. Знаете, с такой грустью наблюдаешь за этим, за всем. Наверное, надо было все-таки пойти через этот, через... Чё за... Ой, через руины. Атмосфера здесь просто сказка.
есть эта пушка, она просто уничтожает их. Так, стоп, а куда здесь? Почему-то я подумал, что я не допрыгну. Давай, давай, давай. Ну, знаете, не так уж и далеко осталось. Два раза. Ладно, туда нельзя. Так, давайте смотреть, куда идти. По прямой. Так, я случайно назад? Нет. Подождите, куда идем? Все правильно, Fazer Mines. Подумал, что секрет какой-то есть. Так, выходим, там будет видно. Опачки, сразу видно.
Надо забраться повыше. Тут летает что ли? Не, никто не летает. Тут стреляют там, зараза, а? Гусь какой клоун полез. Мне туда попасть, конечно. Ну ладно, фиг знает. Ай-яй-яй, мадафака. Подождите, нам повыше надо подняться, получается. Как еще выше-то подняться на второй ярус? Блин, да что ты будешь делать? Здесь допрыгнуть я не точно не могу. Здесь, я думаю, что здесь есть. Это, ну... Нет. А, не, стоп, есть. Во-во-во-во-во. Опа, на, что это было, блин, не сработало. Хотя уже просто уже как бы нацелился. Хотел выпустить, но не получилось. Кстати, может быть, сейчас сюда подойдем, посмотрим, как вскрыть эту банку. Давайте пройдем. А, стоп, нифига себе. Стопэ. Так, крану нужна энергия. Очень аккуратно. Подождите, я тут был. Да, странно, стоп. Давайте посмотрим, если нам надо туда, где знак вопроса, то мне нужно пойти вот сюда. В принципе, я могу здесь пройти. Через верхнюю. Опуститься вниз. Как раз у двери.
зараза, да? И получается, в эту надо зайти дверь. Проверка. Да, вниз. Почти час играл, просто тупо не по делу. Вот почему я сюда не мог пройти. Блин, теперь еще и красные появились, а? Самый противный этот. Кого еще не хватает? Так, друзья, куда нам здесь надо-то? А вон вниз опуститься в красную дверь. Красный. Так, еще взял. Ух ты, блин, а? Как мне там ходить-то?
Так, подождите. Что за бред? Так, тогда давайте посмотрим с другой стороны, как обход туда есть. С этой ёперной карась. Подождите. Чёрт, это что, с верхних этажей? Твою мать, а. Так. Красный. Ебать. Блин. Мне надо пройти обратно туда. Иди через второй этаж. Да, ладно. К сожалению, только это оружие здесь. Фак. Здесь эти приспособленные к оружию только. Да, вот этот, конечно, молодец стрелять. Так, давайте посмотрим. Если я пойду туда, нет. Надо вниз. Кто там? Мадафака. Thank you.
Да, их лучше с ракетами мочить. Фак, белые теперь. Сейф. Мало ли потом не будет. Подождите, это в сейф или куда это? Да, друзья, вроде бы сюда идем. Я помню куда. Помните, мы с вами в прошлой трансляции хотели туда сходить. А здесь эти гаврики, блин, снизу. Еще что за хрень? А, я ж тут щит удалил, помню. Какие-то грибы. Так, непонятно, как туда перейти. Только. А, стоп! Визор. Вот как, они еще и двигаются, блин. Стоп, а что там еще было за этот? Куда он ведет? Забавно. Так, вот оно. Ну и тваря. Тихо. Где?
И быстро как кончается-то. Бля, какая тварь, твою мать! Обалдеть. Блин. Твою мать. Сдохни, тварь! Нехило они меня там сняли-то, а? Куда нам надо? Перейти чуть дальше. Фак. Опачки. Какие-то прям галлюциногенные грибы. Что такое? Я уже рядом. Куда идти? Я под грибком стою. Я понял. Да, так проще, наверное. Фак, это что сначала? Да твою мать, чё за хрень? Чё-то я неправильно делаю. Да, ты должен туда подлететь подальше. Точно, наверное, вот что я неправильно делаю, то что я близко его стреляю. Точняк. Где-то здесь секрет есть. Слушайте, вот это я лажанулся. Обалдеть. С бухты-барахты. Слушайте, обкакаться вообще и не встать, а? Скажу честно, я это промотаю.
Итак, друзья, начинаем нашу игру с того сейва, с которого, по идее, мы должны были, как бы, продолжать. Но вот нет, так получилось, то, что, блин, не захотел я сохраняться и в итоге получил то, что получил. А так бы здесь и жизни поправил, и все. Так вот, упустил, наверное, минут 20, пока доходил до сюда. Так, давайте мы сейчас опять быстренько пройдем. Быстренько-быстренько, вот называется что. Спешим. Повелся я на тот дурацкий секрет и в итоге ничего не получил. Давай-давай-давай быстрее. Блин, твари тоже они какие-то стрёмные. Твари. Так, давайте отсюда. Отлично, с первого раза. Смотрите, как быстро заканчивается жизнь, мадафака. Вообще пипец. Что за... Да не, в пень какой-то... Чё там секрет?
Так, нужно понять, куда идти. Смотрите, здесь, скорее всего, сейф. 100% нам надо именно туда. Сейф, сейф, сейф. Фу. Чуть-чуть не дошли. Блин, такой путь проделали. Зачем эти грибы? Подумал, что здесь что-то есть. Ну, ладно. Темнота вообще, пипец. Фак. Стоп. Ну, не так просто все. Ракетку взяли. Очень быстро кончаются жизни. Просто катастрофически, хочу сказать даже. О, блин, достало. Слушайте, очень сложно, блин. Не пойми, что творится. Блин, я ее не вижу. Обалдеть. Почему не видно-то? Обалдеть, они... Только в рентгеновском излучении. Так, ну это, по-моему, самое нормальное. Обалдеть. Фак. Уже близко.
Так, давайте теперь посмотрим. Вот здесь сейф 100%. Сейф, сейф, сейф. Да. Ох, что-то мне кажется, какая-то будет фигня в конце. Теперь пойдем наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты мне ничего не дал, ладно. Вот оно, что надо было нажать, чтобы с той стороны раздвинулись двери. Ну ладно. Что за хрен? И как его убивать? Обалдеть. Пошел вон отсюда. Дядя. Твою мать. Твою мать, он собирает мою энергию. Назад, твою мать! Фак, 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 фак! Блин, я больше потратил не от него, а от того, что я наступаю на все гадости. Твою мать. Твою мать. Все, я понял, когда он долбить. Когда он без защиты, его надо мочить, твою мать. Писец. Да блин, отойди от меня, тварь. Thank you.
Блять, твою мать. Так, слушайте, какой-то идиотизм. Слушай, я что-то не то делаю, на самом деле. Какая-то хрень. Так нужно, чтобы он здесь был, наверное. Да-да-да, костюм его защищает. Твари, зажал. Эх, блин, ты достал уже. Чувак. Я думаю, что надо начать сначала. Иди сюда, гандонище. Ну,
Короче. Мне надо сдохнуть. Хочу это сначала начать жизни. В общем, я так понимаю, надо в него в любом случае стрелять тогда, когда он без костюма. В мяч, в футбол поиграем, нет? Знаете, такой вот этот... Как Терминатор. Умер. Фазон Майнс. Ну что ж. Ох, блин, как достала вся эта канитель. Ну ладно, надо ее осилить. Раньше свет не выключали. Ну давай, гандон. Иди сюда. Хотя чё я туплю. Да давай, твою мать! Обалдеть, и чё? А где он?
Вроде понятно. Вот ты что еще за хрен? Тварь. Блин, жизни-то не так много-то, я хочу сказать, что за бред. Что за тварь? Блин.
Так будет попроще. Блин, промахнулся два раза. Черт, нога какая-то сложная. Да твою мать, придурок, а? Что ж такое-то? Красные мадафаки, все просто. Все, блин. Ты заколебал, тварь. Черт, у нас какой-то черный костюм уже появился. Фазон сьют. Я единственное, что хочу, я хочу сейф. О, то, что надо. Вот почему мы тогда этот здесь жизнь теряли, потому что здесь уже. Даже эти твари здесь жить не могут. На самый верх. Так, ну давайте дойдем до сейва, и я думаю, на этом остановимся, потому что что-то уже прям как-то перебор небольшой. Боже ты мой, смотрите, как там все сложно. Тварь стреляет какая-то, меня прям попадает еще вдобавок. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, что случилось-то? Потерял этот просто.
А, они не могут на этом жить. Штука настолько токсичная, что даже... Так, ладно. Ах ты ж скотина, мадафака, кто? Покажите мне его. Просто меня выстрелило и все. Да, слушайте, ну такой робот неприятный был, честно вам скажу. Ну где? Твою мать. Не повезло, что можно сказать. Да как так, твою мать? Скотина, он прям стреляет по мне. Мне сейф нужен, фак. Срочно сейф. Блин, а ты что делать-то? Самое мое нелюбимое. Тварь. Нифига он там уселся, блин. Сейчас его снимем. Жалко, тут нету никаких снайперских винтовок, ничего такого. Без церемонии. Ой-ой-ой, только не хватало упасть еще в самый низ. Фу, блин, сдайте сейф-то, а, пожалуйста. Твою мать, а это куда? Давайте думать, Магмур.
Не Магмур. Магмур, да. Так, смотрим, сейф где? Вон сейф. Тогда здесь и останавливаемся. Да в пень. Я хочу сохраниться, фак. О, да. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 3 Тройки на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.